6 февраля на заседании административной комиссии рассмотрели 19 протоколов по статье 27 областного закона «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время». Статья 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов утра в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан, на счет предупреждений и наложения административного штрафа на граждан размере от 1 до 3 тысяч рублей». По трем протоколам члены комиссии провели профилактическую беседу и вынесли предупреждение. Пятеро нарушителей заплатят минимальный штраф – 1000 рублей, семеро – по 1500. Ну а наиболее частые гости административной комиссии заплатят штрафы от 2 до 3000 рублей.